31 марта 2019 год, Харьков. Начались выборы, перевели стрелки часов сегодня. И политические тоже стрелки переводят. Самое утречко. И 9.15. 31 марта 2019. Проголосовать я уже проголосовал, осталось только кандидата узнать. Харьков. Да, в этом году, конечно, как никогда, 39 человек. Кандидата Мороз, господи, объявился. Ну, в общем, все в фотообоях.